В зону АТО отправится американская военная техніка. 10 новеньких бронированных «Хаммеров». Сьогодні допомога від США прибула у столицю. Загалом Америка обіцяє поставити нам 230 автомобілів «Хамвії». Перших броньованих ластівок зустрічав сам президент. Був там і наш оперативний Леша Ищенко. Вот на этой здоровенной махине сегодня к нам, в буквальном смысле слова, прилетело 10 «Хаммеров». Это часть из тех, которые США выделяют Украине в качестве нелетального оружия. Броневички принимает лично президент. Крепко пожал руки американским партнерам, осмотрел груз, сел в одну из машин и на всех парах пронесся по взлетной полосе. Тест-драйвом вроде остался доволен. Я зараз особисто за кермом «Хаммера» побачив, що це є надзвичайно ефективна, надзвичайно потужна, надзвичайно добра бойова машина. За спиной Петра Порошенко с ноги на ногу переминаются бойцы 95-й бригады, десантники в предвкушении. К слову, нашим бойцам «Хаммеры» не в диковинку. Уже как год они воюют на тех немногих машинах, что достались нам с миротворческих миссий. Эти, говорят, получше, покрасивше, броня потолще. Ничего, там намного удобнее, чем предыдущих. А мест больше, да? Нет, мест столько же. А сколько помещается сюда? 5 человек. 2 получается номера обслуги, 1 пулеметчик, водитель и командир отделения. Все стикеры внутри салона на английском. Инструкция тоже. Ребята переводят. А тут все просто. Це на печку, ну, датчик на заряд аккумулятора, на топливо, масло, температура радиатора. Ну, в принципе, дальше тут заводки, освітлення. Ну, это все просто. Олегу есть чем сравнивать. Он уже как год в боях колесил на «Хаммере» 91-го года. Усиживаясь на сиденье новенькой машины, резюмирует: заводится нежней. А если серьезно, то в «Хаммере» прекрасно работает гидроусилитель и тормоза. Броневичок быстро разгоняется и славится неубиваемой коробкой передач. А как люк открывается? Я на него давлю. Дальше не идет. Дальше не идет? Да, дальше не идет. Может, там будет система. Дверцы «Хаммера», мягко говоря, увесистые. Броня держит осколки, калибры 5,45. 7,62 выдерживает бронебойный спокойный. Плюс, бачите, тут башня есть. Башня есть, она закрывает стрелка. Для башни «Хаммера» украинские конструкторы разработали специальный боевой модуль. В приоритете 40-миллиметровый автоматический гранатомет и крупнокалиберный пулемет. Ну и еще и система стабилизации, дальномер, наведение. Вот. И это в комплексе дает хороший эффект. Машин всего прибудет 230. «Хаммеры» засиживаться в тылу не станут и уже в ближайшее время отправятся на передовую. Как движок? Нормально, мощно. Не то чтобы они в корне перевернут ситуацию на фронте, но как минимум увеличат мобильность наших подразделений и прикроют сердца бойцов своей крепкой заокеанской броней.